Антиживотный бизнес. В центре города всего за 80 гривен. Обезьяны, орлы, крокодилы и многие другие животные исполнят практически любое ваше желание. Могут стать фотомоделью, поиграть и даже укусить. Наши корреспонденты решили пообщаться с недобросовестными арендаторами, чем закончился скандальный эксперимент. Смотрите далее. Для них рабочий график не ограничен. За еду они работают по 24 часа в сутки. У животных и птиц, место которых на свободе, есть хозяин. Ценовая политика простая. Сфотографироваться с обезьяной – 50 гривен, снять видео – 100. Наша съемочная группа тоже решила попробовать на себе услуги этого сомнительного бизнеса. И вот на одной из главных улиц города работа выездного зоопарка в самом разгаре. Нас замечают моментально. Ну еще. О, прикольно. Погладит? А как зовут? Обезьяна по кличке Джоник сразу же запрыгивает на руку. Мы намеренно несколько раз уточняем, сможет ли она укусить. Но под давлением хозяина сдаемся. А она меня не укусит? Его тоже. Да нет. Она меня не укусит? Я же хочу нормально поставить. О, прикольно. Ой. Обезьяна. Слушайте, ну она у вас, конечно, тяжелая. Фото, видео. Заплатим, мы заплатим. Ну, так вы же говорите, я же не знаю. А то вы так... А что он кушает? Не кушает, он играет. Ага, это. А где вы выживляете? Раль? Для более ярких впечатлений обезьяну сажают практически на голову. Как результат, обозленный Джоник проявляет свой характер. Джоник красивенько позируем. Ну, ровно голову. Я ровно держу. Он меня укусил. Он меня укусил только что. Ну а зачем он это сделал? Владелец обезьяны на протяжении 20 минут доказывает нам, что укуса не было, после чего выдвигает счет за обезьянью услугу. А то есть нужно дождаться, да, пока он откусит палец, чтобы... Но это ненормально. Или как? Давайте рассчитаемся. Сколько денег? 80. Сколько? 80. Придержите его, потому что он меня может еще второй раз укусить. У меня есть 32. Недолго думая, горе-хозяин забирает наши последние деньги и теряется в толпе. А у вас есть разрешение на... А можно его увидеть? После диалога с обезьяной остался неприятный осадок и укушенный палец. К счастью, Джоник особых усилий не прикладывал. Но травматолог Валентин Гречнюк отметил, в таких случаях нужно немедленно обращаться к врачу. Прежде всего, надо обработать рану мыльным раствором. Это первая позиция. Естественно, обратиться к доктору. Но если за животным можно пронаблюдать 10 суток, и оно остается живое, то курс уколов не назначается. Животное, будучи потенциально больным, бешеным, погибает через до 10-дневного срока, то есть не живет. Жизни журналиста ничего не угрожает. Чего нельзя сказать об уличных артистах, ведь это животные на один сезон. Так считает директор зоопарка Игорь Беляков. Они часто берут их, купают их весной, в начале курортного сезона. Они, значительная часть их животных гибнет. Но для них главное, чтобы они дожили там до августа, до сентября, до конца сезона. Им даже невыгодно их держать всю зиму. После неприятного инцидента мы напрямую обратились к фотобизнесменам. Показать любую документацию они отказались. Убери камеру. Нет, не уберу. Убери камеру, я тебе сказал, что не слышишь. Мне сказал. Кто знает. У вас есть документы на этих животных? Есть у нас документы на этих животных. А что вы от нас хотите? Которым вы занимаетесь? Руки, руки, это статья. Уберите руки от камеры. Я тебе и говорю. От камеры уберите. А ты убери камеру. Более того, нашлись и сторонники животного бизнеса. Судя по всему, коллеги. Птица жрать. Всем война в стране. Какая война, ребята? Вы что? Мир, порядок, туристы едут, бабки есть, все живем, работаем. Животным, а животным жрать, поедут, только животных кормят, идите нахуй отсюда. Просто отсюда ушли. Камеру нужна, спрашиваю последний раз, дважды не повторяю. Я не буду, я себя продам ее. Знаете, статья? Вон райотдел, вон, через дорогу. Вызывать милицию? Уже, вот зови сюда, я тут сижу, вот пью шампанское.
Один из хозяев даже вызвался нам доказать, что они содержат птиц лучше, чем в зоопарке. Я разбираюсь в птице. Я знаю, когда птица правильно кормлена, когда неправильно кормлена. Когда птица обезвоженная сидит в этой клетке, да, обезвоженная от чего? От того, что она кушает, непонятно что. Когда дарили, допустим, этому зоопарку тоже птицу. Почему они это все не говорят? Когда мы отпускали эту птицу всю, тоже на волю. А вы говорите, что как получается? Тут полгода живут эти птицы? Ну, ребят, они по 4 года живут. Каждая птица может, чипирована. Каждый. То, что там сейчас вот этот Бельков или как его, да, новый, да, да, директор. Прекрасно, да, всех я их знаю, абсолютно. Нет у них ничего нормального и порядочного, рассказывают. Ну, что? Но героизма хватило ровно на несколько минут. Больше с нами никто встречаться не захотел. Но вы готовы с нами встретиться? А если я просто не взял документы, потому что я уезжал, ну, за другими делами, я, ну, паспорт с собой не взял. Проигнорировала 7-й канал и милиция. Сотрудников правоохранительных органов вызвали на место конфликта. 7-й телеканал беспокоит. Хотели бы вызвать милицию к Дюку. Незаконный бизнес с птицами, отказывается предоставлять документы. Хорошо, сейчас будет милиция. Спасибо большое, ждем. Ждали около часа, милиция так и не приехала, несмотря на то, что нарушение очевидно. Такое предпринимательство официально запрещено с 2013 года. Однако сами чиновники говорят, коррупцию никто не отменял. О тяжелой борьбе с уличными фотографами рассказывают в отделе экологического контроля. У нас решение Одесского городского совета от 19 февраля 2013 года запрещено оказывать фото- и видеоуслуги на территории города с использованием диких животных. В частности, в районе памятника Дюку зачастую они находятся, эти предприниматели. Эти животные являются краснокнижными, то есть подлежат особой охране со стороны государства, и их использование категорически запрещено при отсутствии специального разрешения. Насколько мы знаем, разрешения этих нет. Туристический сезон заканчивается, и фотобизнес подходит к концу. Какая судьба ждет экзотических птиц и животных в зимний период, все еще остается вопросом. Анна Грынев, Дмитрий Бондаренко, Валентин Мирза, 7-й канал.